понадобится чуть-чуть позже. Сергей, представьте, пожалуйста, что на ваших ногах сидит три животных. Кот, змея и птичка. Одно из этих животных спрыгивает ваших ног. Что это за животное? Кот. Кот? Хорошо, так и запишем. Кот. Давайте подберем ему ошейник. Будем выбирать между черным и красным цветом. Какой мы выберем цвет? Пускай ошейник будет красный. Красный. Хорошо. Красный. Екатерина, давайте подберем, пожалуйста, имя этому коту. Пусть оно будет примерно из трех букв. Кис. Вот, хорошее Кис. Имя. Да. С одним S. Хорошо, так и запишем. Кис. С самого начала я приготовил картину. Вы сказали кот, красный ошейник и кис. Ну, все четко. Не к чему придраться даже. Все было здорово, мне понравилось. Смотрите. Вау. А это вам. Спасибо большое.